Однокомнатная квартира в городе Мозырь, это Республика Беларусь, на улице Кёникина. Однокомнатная. Как вы видите, двуспальная кровать. Также есть еще диванчик. Вот такая вот комната и телевизор. Дальше с вами идем. Это прихожая, огромный большой шкаф. Ванна, стиральная машина есть. Дальше туалет. И огромная кухня. Просто огромный Привет. привет. На кухне все есть для приготовления еды. Микроволновая, вы видите, печь. Микроволновка. Посуды, короче, навалом. В общем, все есть. Даже Ложки, вилки, тарелки. Чай, сахар, соль тоже есть. Сахар, соль есть, холодильник холодильник есть, огромный балкон. Балкон тоже зайди, посмотри, покажи. Так, вот такой такой вот вот вид. балкон. Так, друзья, это находится дом на улице Кёникина. Это новостройки, дом совершенно новый, вы видите. Инфраструктура, магазины все рядышком есть. Это огромный плюс. Самая главная изюминка на торте, это получается стоимость. Стоимость составляет 15 долларов в сутки, если на одни сутки. Ну, на месяц, конечно, уже договаривайтесь с хозяином. А данные хозяина я оставлю внизу в описании. Но в описании, на нашем YouTube-канале, на который вы обязательно переходите и подписывайтесь, название «Мир путешествий и отдыха» Вова и Катя. Смотрите там видео, полный обзор квартиры и в описании реквизиты. Все, друзья, пока-пока!